Рыболов – это специализированный отдел товаров для ловли форели, карпа и судака. Здесь помогут как начинающему рыбаку, так и рыболову со стажем. С легкостью сориентироваться во всем многообразии спиннингов и катушек, удочек и лесок, блесен и воблеров и прочих рыболовных принадлежностей. Ждем вас по адресу. Всем добрый день. Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня хочу рассказать о новых поступлениях катушечек в наш магазин. Одна из них катушечка Mi Fine Fly Reels. В данный момент трехтысячник. Трехтысячник. Вот поставляются они в магазин со шпулями от 1000 до 4000. Сейчас мы попробуем ее распаковать, посмотреть, ну, хотя бы внешний вид испытать. К сожалению, мы ее не сможем испытать, потому что сейчас еще не сильный сезон, и особо, скажем, нет времени этим заниматься. Вот, поставляется она в комплекте с пластиковой или графитовой шпулей, так называемой. Вот сама катушечка, основная шпуля металлическая. Раскладывающаяся и складывающаяся быстро ручка. Вот шпулька металл. Вот переднефрикционная. Ручка перебрасывается справа налево, ну, наверное, как и во многих катушках. Вот имеет подшипников она 4, 3 плюс 1. 3 подшипника, 1 шарика, роликовый подшипник. Лента протяжку. Леска протяжку. Вот, имеет стопор, имеет мгновенный стопор, то есть сразу устанавливается без рывков. Вот, очень приятная на ощупь, пластик хороший, шпулька с такой зеленой каймовочкой интересная, смотрится дорого, богато. Вот что про нее еще можно рассказать. Шпуля съемная, только когда откручиваешь фрикцион, достаешь. Вот. Сейчас попробую присоединиться на удилище, посмотрю, как она будет сидеть, смотреться на удилище. Присоединился на спиннинг. Вот. В принципе, легенькая, относительно легкая катушка, не утяжеляя. Спиннинг, например, 2,1 метра, карбоновый, с Шимана. Сам он очень легкий, и катушка в принципе очень хорошо лежит на нем. Хотя если учесть, что тут шпуля стоит трехтысячник. Очень удобно, очень хорошо. Так что вот такая вот интересная линеечка катушек. Подойдет как для фидеров, для поплавочной ловли, в зависимости от размера шпули. Так, фидер, спиннинг. В общем, на любую технику можно их ставить. Советую к рассмотрению. Всем удачи, пока.